Добрый день, everybody! Сегодня у нас самая востребованная рубрика во всех играх — Open Case. Как ты знаешь, на моем канале три последних видоса подряд идут Open Case, а все это из-за того, что данная рубрика вам зашла как никогда ранее. И да, ребятки, этот видос должен был выйти еще вчера, на момент выхода Open Case, но, к сожалению, меня подставил немножко один из моих подписчиков, потому что он обещал очень и очень много кейсов, но, к сожалению, аккаунт так и не предоставил, сказал о том, что он уже открыл кейсы. Ну, короче, не буду углубляться, но огромное спасибо Абдул-Азизу, который откликнулся на мою помощь, которую я попросил в телеграм-канале, ссылочка на который в описании, поэтому залетай в телегу. Да, огромное спасибо за предоставленный аккаунт. И у него есть немного премиум-кейсов, но все-таки они есть, и мы попытаемся что-то довыбить из премиум-ящика. Давайте быстренько посмотрим на его аккаунт, сделаем небольшую оценочку аккаунта, так сказать. Смотрите, два мифика имеется. Два мифика на аккаунте имеется, не слишком донатный аккаунт, но есть достаточно такие годные и старые скины. Ребят, сорямба за то, что прогружается картинка, я не умею пользоваться эмулятором, на нем я открываю только кейсы, и походу сюда не скачались просто все скины, поэтому сорямбочка. Вот такой вот аккаунт, шлемов всего 6 штук, возможно шлем какой-то выбьем, еще вот головные уборы, очечи и маска. Так, ну, это мы видели вверх, рюкзачки, вот этот прикольный, да, с сердечком. И, кстати, Ливерпуль, напиши, за какую футбольную команду болеешь ты. Ну, в принципе, все, сколько кейсов на аккаунте, по-моему, там их было штук 60, если я не ошибаюсь. Но нам хватит, чтобы проверить, что нам упадет из этого премиум кейса. Ага, мы давайте используем. Не понял, сколько? Я думал, там штук 60, а сколько их на аккаунте? Погоди, а сколько он не писал? Стой. Так. Погоди. А, он не написал, ничего себе, сколько кейсов. Я думал, их всего 60, ребят. Так у нас получается, нифига себе, какой open case. Вначале небольшая рекомендация и открываем. Хоть я и делаю розыгрыш Royal Pass'ов практически в каждом из своих видосов, некоторые из вас пишут, что этого мало. Поэтому, друзья, я хотел бы порекомендовать вам телеграм-канал Респекта, где прямо сейчас проходит розыгрыш 10 Royal Pass'ов. Все, что нужно сделать, подписаться на его телеграм-канал. Также там еженедельно проводят кастомки для всех желающих, призовые кастомки, раздают коды на UC и куча всего разного. Залетай на его канал, телеграм-канал, ссылочка на который в описании. Не будем тянуть кар за затвор, поехали, ребят. Я реально думал, что здесь всего будет 60 кейсов. Слушай, смотри, это что такое за скин на Фамас, как называется, лиловое перо. Смотри, что это за скины? Это тоже лиловое перо? Это лиловое перо. Это у нас шлемочек. Слушай, аж настроение поднялось. И улучшаемая пушечка М16А4, которую очень и очень сильно хотел когда-то Джесси Пинкман, и он ее выбил за огромный донат. Если мы ее выбьем без доната, это... Или он за 10 UC. По-моему, ЖК очень много задонатил, но в итоге выбил за 10 UC. Так, и что у нас здесь? За 5 открытий мы получаем висюльку. А, вот так теперь гарант работает. Сорямба, ребят, я на 2 месяца выбыл из папчика, поэтому не сильно шарю в этой новой системе. То есть вот гарантийки нам уже показаны, какие будут. А за 50 вот такой гарант. Ой-ой-ой-ой, а у нас их 170. Поехали, первую десяточку. Пау. Обожаю этот звук запущенного флайера. И... Гарантийка, я думал, уже не гарантийка упала. Такс. Еще десяточек. Пока открывается, ребята, напомню, что можно подписаться на канал. Вернее, не можно, а нужно. Потому что чем больше подписчиков, тем больше контента я буду выпускать для вас. Еще одна гарантийка. Ну и прожми лайк. Прожми лайк, если завтыкал, можешь сейчас прожать. Сразу вот так. А, это не гарантийка, я попутал. Сорян. Да, потому что выпрашиваю о том, чтобы ты подписался на канал. Да, подписывайтесь, это очень и очень важно. Почти 320 тысяч подписчиков на канале. Ёптель-моптель! А вот кто досмотрел видео до этого момента, я забыл сказать о том, что у нас, думаю, что я забыл сказать.
о том, что в этом видосе итогишь, я вставлю скрины обязательно победителей с прошлого видоса на РП. И также прямо сейчас мы разыграем еще 3 Royal Pass. Поэтому, кто досмотрел видос до этого момента, до 3 минуты примерно, и не заснул. Условия конкурса. Все, что нужно сделать для того, чтобы принять участие в розыгрыше на 3 Royal Pass, это... Первое. Быть подписанным на канал, о чем я только что просил. Поставить лайк данному ролику, опять о чем я только что просил. Написать в комментарии любой комментарий, но главное, чтобы там было вот как раз-таки кодовое слово «код удачи». Таким образом мы отсеем ботов и увеличим шансы реальным людям на победу. И также обязательно укажи в комментарии свою ID-ху. Ну, не обязательно, потому что ты ее также можешь указать в информации о своем канале. Либо там, либо там. Мессенджеры, ВК, там, Фейсбуки, Инстаграмы свои не оставляйте. Во-первых, YouTube не пропускает таким образом комментарии. А во-вторых, я просто скидываю UC-шки на ID-шку победителя. Поэтому будьте добры, оставляйте либо в сообщении, либо в информации о своем канале. Ну и, естественно, включайте колокольчик, чтобы не пропустить видео. Не обещаю, что оно будет завтра, в котором мы подведем итоги розыгрыша на 3 Royal Pass с кодовым словом «код удачи». Код удачи. Около дачи. Ну, короче, понятно. Да, так что кто досмотрел, те молодцы. Поехали дальше. Возможно, сейчас реально будет какая-то удача. Ну, давай, я верю. Прям верю в М16А4. ДПшка падала часто. ДПшка падала часто, улучшаемая. Но не сейчас. Давайте, ребятка. Ребятка, ребятко, ребятку, ребятки. Нужно больше лайков. Возможно, из-за лайков, вот если бы ты прожал лайк, да, такой байт? А ну, вот если сейчас прожал и падает, вот в момент, когда ты прожимаешь лайк, падает. Фамас! Видишь, как вовремя ты нажал? Ну, если ты, конечно, нажимал. Если нет, то да, то это не из-за тебя упал. Это упал из-за того человека, который прожал лайкос в момент, когда поддал Фамас лиловое перо. У нас была коллаба когда-то, вернее, рулетка лиловая гала там было, гало. То сейчас... Ой, зачем статусы публиковать? Не-не-не-не-не. А, и поделиться? Впервые поделитесь и получите 10G. Ну, давай поделимся. А, даже так? Ничего себе. Вот это новая системушка. Давай М16А4 сюда. Я готов. Давай. Вот сейчас. Слушай, ну тоже неплохо. Мне кажется, тоже неплохо. На этом аккаунте, да, на донатных аккаунтах многие бы сказали, фигня. Но так как здесь мало скинов, мне кажется, это очень и очень годно. Реально. Ну, такой, дефолт, это чисто прокрут на моем аккаунте. Вот, каждый прокрут именно вот такой. Дефолтненький. Только граффити еще побольше. Угу. А мы накрутили уже полтинник? Мы настреляли полтинник? Слушай, мы, по-моему, 10 раз пульнули с флайергана. А ну, а ну, а ну. Не, ну это понятно. Это понятно. Погоди, сколько мы раз? Мы 100 уже открыли. То есть мы 2 раза сможем открыть, правильно? Правильно? А ну. Включить. Включаю. Блин, я увидел пушку и сразу... на джишку. Процветание. Процветание всем. Блин. Поделимся. Заберем. И еще раз. Включаем. Ну нахера? Ну нахера? Мы ж выбили, правильно? Или мы шли... А, не, мы выбили этот! Точняк, мы выбили Фамас, Смоук и шлем. Шлем это хорошо, это будет 7-й шлем на аккаунте. Это топчик. Ну все, поехали. Ребят, предлагаю теперь с пропуском, чтобы не тянуть реально. Ни кар за затвор, ни гранату за чеку, поехали. Упадет так упадет. Я уверен, подписчик будет мега доволен. С пропуском. Иди сюда. М16А4. Я уверен, что это первая улучшаемая пушка на аккаунте. Вот 100%. Вот 100% я уверен, что это первая улучшаемая. А почему я не могу поделиться ей? Потому что мы с пропуском открывали или там нет анимации. Ну да и ладно. В принципе, уже можно было бы не крутить. А вдруг мы сейчас вторую выбьем и получим материальчики.
Ты шо, без доната? Ой-ой-ой-ой-ой, разрабы, спасибо, что сделали такую систему в Royal Pass. Хоть они и возвращают скины, да, я уже привык к этому, но меня радует то, что игроки, которые играют без доната, тоже теперь могут получить улучшаемое оружие. Да еще и какое! Да еще и какое! Ё-моё, я честно не ожидал, что что-то упадет. И здесь... И уже никто не скажет, что это подкрутка ютуберу, потому что аккаунт не мой. Да и какой с меня ютубер. Ребят, но лайка это заслуживает. Я реально сейчас захожу, смотрю, если у него нет ледника, либо же другой улучшаемой пушки какой-то, мы ее сразу прокачиваем. Но я уверен, что здесь нет улучшаемых пушек. Да ты шо? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Подписчик будет мега рад, мега рад. Так плюс еще он и Royal Pass на аккаунт получит. Погнали улучшим. Без доната! А почему? А, погоди. У нас 5 материалов. Откуда у него материалы были? Возможно, он... Что, реально у него 5 материалов на аккаунте? Я ж не путаю ничего. А где материальчики? Я пропустил? Да, 5 материалов. Ладно, ребят, тогда улучшать не буду. Подписчик пускай сам кочет, улучшает его аккаунт. Я думал, что если бы не было, я бы улучшил. А так, возможно, он будет собирать на ледник и улучшать ледник. Ребяточки, вот таким вот получился видос. Я думаю, что очень бомбезным. Если есть возможность, набросайте подписчику куриц. Айдиху вы его видите. И также он просил привет передать Азамджону. Азамджону передаю привет. Вот таким вот получился видео, я надеюсь, он вам понравился. Он. Боже, какой акцент у меня появился. Надеюсь, вам понравилось видео, но вам... Увидимся в телеграм-канале, ссылка на который в описании, либо же в следующем видосе. Всем пока.